Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы разберемся, у нас такое обучающее видео сегодня. Мы разберемся с рукавом. С каким рукавом? Вот с этим, который я вам сейчас показываю. Это прислала мне подписчица, пришлось ей бедненькой немножечко подождать, пока я разобралась с этим всем. Значит, вот такая вот заготовка у меня. Будем разбирать принцип этого рукава, по какому принципу. Что хочу сказать, я вязала вот этот вот образец сверху вниз и буду вязать сверху вниз. Единственное, что неудобно, вот это дополнительное количество петель, которые у меня внутри, сейчас вы все увидите, придется горловину вязать, потом обвязку делать отдельно. То есть вязать сверху вниз, самый удобный вариант, вы поймете по ходу. Либо снизу вверх тоже можно и сделать складку, так как я видео оставлю под видео в описании, как сделать такую складку. Вот если снизу вверх, складочка получится, а если сверху вниз, она получится, но только обвязку. То есть само изделие связано сверху вниз. А обвязка потом будет с набранных петель, как-то уже по кругу. Обдумывала я способ, как же все-таки сделать эту складку сверху вниз. Ну уж очень сильно заморочливо это будет. Если кто может, кто знает какой-то способ, как сверху вниз сделать вот эту вот складку, подскажите, пожалуйста, я тоже с удовольствием почитаю, послушаю. Вот, и поучусь. Это я пока сейчас делаю вот эту вот складочку. Видите, она у меня... Вот, по сути, если набирать петли, вот это вот петли рукава, да, которые вы... Эта складка только при вязании реглан, обычный классический реглан. Подрез уже делать, не делать, это ваше дело. Я к этому не касаюсь. Я сейчас объясняю только вот этот вот фонарик. Итак, если у нас рукав, допустим, здесь 10 петель, то набрать нам нужно на рукав в 3 раза больше петель, то есть 30 петель должно быть на рукав, потому что складка у нас забирает еще 2 вот такие вот длины, видите, 1 и 2, то есть 3 раза по 10 петель. То есть я сейчас набираю петли для образца. Здесь у меня будет 30 петель. По одной петле на реглан 37 петель. Значит, 30 петель у меня на складку. Плюс 2 петли реглан. Это тоже уже на ваше усмотрение. Это обычный образец. И по 5 петель на полочку и спинку. Это я просто беру один рукав. Значит, 6 7 8 9 10 11 12, так я набрала 44 петли, то есть 30 петель рукав, по 5 петель перед спинка, ну там уже ваши петли, соответственно. Это как образец, 2 кромочные, 2 петли реглана. Значит, распределение петель: 5 петель вперед, 1 2 3 4 5, воздушная, я сделаю накид, чтобы не терять, накид, лицевая, накид, то есть линия реглана, 30 петель рукава, 1 2 3. Перепроверила, лучше накид, лицевая, накид, второй реглан, 5 лицевых вперед, спинка и изнаночная. Изнаночный ряд вяжу классическим способом, либо это в круговую. В круговую тоже можно связать этот рукав фонарик, девчонки, и отдельно можно по отдельности, не обязательно целое полотно. Если по отдельности, то просто набираете на рукав сверху вниз. Почему сверху вниз? Опять же остановлюсь, потому что удобнее потом будет мерить на себя. Желательно вязать в круговую и желательно вязать сверху вниз. Можно его вязать снизу вверх, но тогда
вам тяжелее будет сориентироваться, где начинать сокращение. Вот эти у нас тут будут сокращения. Поэтому все-таки лучше все-таки сверху вниз, хотя неудобно вот эту вот складку. Но с другой стороны, если вязать паутинку из махера, да ничего страшного, эта складка, оно там все потеряется, сравняется, потому что полотно будет очень тоненьким, поэтому ничего страшного абсолютно не случится. Так, ну, в принципе, сейчас мы вяжем, мы ничего не делаем. Мы набрали в 3 раза больше петель на рукав, и далее вяжем классическим регланом, знаете, до какого момента? Вот вы провязали, скололи здесь, или даже иглой сшейте, чтобы, если вы вяжете в круговую, сшили иглой, одели на себя, понятное дело, потом здесь еще будет обвязка, горловина, вот, и одели на себя. Вот вяжете, вот эти сокращения у нас идут как раз от момента плеча. Вот хорошо видно на картинке, что здесь у нас идет ровно плечо, и дальше пошел скос на рукав. Поэтому вот мы начинаем вязать, далее сшиваем эту складку, складывая вовнутрь. Видите, вот здесь вот она начинается от реглана, здесь заканчивается у реглана эта складочка. Шириной она у меня, девчонки, так, шириной она у меня 7-7,5 сантиметров где-то. 7-7,5. Вот, и вы ее сшейте. И вот это изделие, вот эту такую своеобразную манишку, оденьте на себя. И вот как только вы довяжете до плеча, вот где вточной рукав начинается, ну, в футболке, допустим, вот там вы начнете делать вот эти вот сокращения. Сейчас я вяжу просто ровно, вот, а потом покажу эти сокращения, как их делать. Вот, вот поэтому удобнее вязать именно сверху вниз, потому что вы четко определите линию плеча, и у вас не будет плечо уходить непонятно куда, ни вниз, ни это, оно будет там, где оно должно быть. Вот, вот. Очень, я считаю, важный момент, поэтому вяжите все-таки сверху вниз. Если уж будете вязать эти фонарики, то вяжите сверху вниз. Итак, вот я провязала, я дальше не стала вязать, потому что это образец и не имеет смысла, как бы. Просто чтобы вы понимали, вот в разложенном виде это выглядит вот так. Это ширина рукава, из которой фактическая, как бы реальная ширина, это вот так вот, 10 петель. Вот, все остальное уйдет в складку, и это как бы в горловину не уходит. Это мы уже поняли, да? Теперь еще один важный момент. При расчете петель, вот сделайте, девчонки, вот этот рукав, число петель нечетное, чтобы потом сокращения у нас будут по 3 петли вот здесь вот, чтобы потом не было так, как у меня. У меня здесь 56 петель, и вот когда вы довязали, вот померили на себя, уже с зажимом, защипом, то есть вы берете вот так вот, наметываете этот, как бы, эту складочку, прям сшили брусовой нитью, померили изделие на себя, вот оно сложилось в складку прекрасно, село, и вы уже видите, что нужен скос, как бы, от плеча вниз. Это должно быть видно по вам. Вы этот момент должны постараться, как бы, тут четкого числа здесь нет, девчонки, поэтому меряйте на себя. Теперь мы делаем скосы. Еще один момент, почему удобнее делать, как бы, сверху вниз. Вы этими сокращением уже сможете потом регулировать ширину рукава, потому что если это топик, то, ну, летний, с коротким рукавом, то вам лучше, конечно, в обтяжечку сделать это все дело. Если же это свитер, то вам посвободнее рукавчик. Вяжу я, здесь у меня 56 петель. В первом ряду я сокращу 2 петли, провяжу вместе, чтобы у нас была одна ведущая. Итак, 28 и 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 и 29 я провязываю вместе. Далее вот эта петля у нас будет ведущая. Вот. То есть если вы наберете нечетное количество, то у вас сразу же будет 3 петли, как здесь вот у меня. Здесь я почему-то этот момент упустила, как-то забыла, наверное, потому что здесь у меня действительно 3 петли. Вот, ну, если четное число, то тоже не страшно, сделайте так, как у меня. И далее я в каждом лицевом ряду буду провязывать по 3 петли. У меня садится батарея, поэтому я сейчас вам объясню быстренько. Здесь у меня 2, далее вот по 3 петли я буду провязывать. Изнаночный ряд без изменений никаких. То есть вот она пойдет полоса по 3 петли вместе у вас в вязании. Так, вот смотрите, девчонки, тут тоже вопрос стоит точно таким же образом. Вы вяжете столько, сколько вам нужно. Вот, то есть сейчас в данном моменте вы ориентируетесь на реглан. Вот вяжете реглан столько, сколько вам нужно. При надобности делаете подрез, либо не делаете. Я же говорю, на подрезе я не буду останавливаться. Вот. Здесь у меня больше как бы деталька. И теперь вяжем отдельно каждую деталь. Я деталь переда и спинки закрою. Просто буду вязать рукавчик. Вот, я закрываю до реглана. Тут не важно как бы сколько высоту. Тут вы просто до конца рукава вяжете как бы в реглане добавляя, там убавляя. То есть вы по сути добавляете те петли, которые были набраны лишними. То есть используете, да, неправильно сказала, используете те петли, которые были лишними. То есть в этом моменте у вас не добавляется ничего, по сути. Так, закрыла я вот эти вот петли переда. Теперь у меня остаются петли рукава. Далее, что мы делаем далее? Далее смотрим, если нам ширины рукава достаточно, мы прекращаем вот эти сокращения. То есть, если вас устраивает вот эта вот ширина, вы остаетесь при своем. Если же вам, возможно, этой ширины покажется много, вот как в этом образце, вот изначальная ширина была вот такая вот. И видите, я вязала рукав, при этом здесь делала еще добавление, чтобы достичь нужной как бы ширины. Вот что вы можете сделать, то есть подкорректировать здесь ширину рукава, если это короткий рукав. Конечно, если длинный, вы можете корректировать здесь, вы можете оставить ровным. Вы сейчас можете закончить вот эти вот сокращения на данном этапе, когда закончился реглан, и вязать уже ровно, и делать классические сокращения, да, ну, внутри, по внутренней части рукава. Ну, а если короткий рукав, то все-таки, наверное, лучше здесь сделать. А можно и здесь, то есть сократить вот так вот, да, вообще узенький в обтяжечку, тогда вообще рукавчик, если будет по руке, он будет фонариком. Вот, то есть варьируйте, девчонки, по вашим потребностям. То есть, я думаю, понятно, да, я уже не буду здесь, наверное, ничего вязать. Вот глупо мне просто тратить время. Я думаю, вам все понятно. Вот здесь вот вы уже, вот здесь у меня, в этой модели у меня, смотрите, вот таким вот образом. И рукав. Здесь, конечно, образец поменьше, чем здесь, поэтому он так и выглядит. Вот так вот выглядит этот рукавчик. Я думаю, все вам понятно, девчонки. Вот и на фотографии он выглядит так, что он как бы вот такой вот, вот эта часть такая торчащая. Я думаю, я все доступно объяснила, девчонки, и вы с легкостью повторите вот такой вот рукавчик. Все, а на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.